Всем привет, ребята! Сегодня снова едем на рыбалку. Я никогда не снимал обычно такой момент, но сколько все-таки шмурзика на самом деле? Место только для двоих. Опа! Алексей, как настроение? Скажи, пожалуйста, сегодня будет что-нибудь у нас? Будет. Пока что очень сильно озабочен сборами. Озабочен сборами, понятно. Ох-ох-ох-ох-ох. Лодки с того сезона, самки. И вот такая вот гора. Ну, попытаемся как-нибудь сунуть ее в автомобиль. Погода сегодня плюсовая. Может быть, что-нибудь и будет клевать. Будет небольшой минус, перепад, но не такой сильный, как был до этого. Потому ожидание у нас на щуку как минимум 9999 килограмм. Потому что, ну, я бы сказал бы 10200, но надо сказать 9999. И будет тогда уже конкретно большой щупачок. Потому что шестерку ловили, пятерку ловили, неинтересно. Будем ловить десятку. Будем охотиться сегодня на местного аллигатора. Ну а так, чуть попозже перенесемся уже на водоем. Хопа, ребята, короче, разложили мы по-быстренькому лагерь. Сейчас пойдем ставить жерлицы. Погода небольшой плюс. Леха печечку затопил. Я немного поймал живца. Вот. Ну а утро покажет. Твои вообще какие комментарии по сегодняшнему дню? Что ты можешь сказать, Леха? Сегодня день тяжелый был. А, день тяжелый был. Ну. Ну, есть что-то свое. Ну да. Живец есть. В принципе, вот такие у нас тут будут раскладушечки потом. Потом покажу, какая температура. Ну, сегодня, конечно, не минус 20. Ты градусник брал? Не брал. А. Ну, у тебя один есть? Надо будет, наверное, целесообразно. Такая печечка у нас замечательная. Кирпичики для теплоотдачи. И брикеты фирмы РАФ. Не реклама, естественно. Дело хорошее, но чувствую, что через годик перейдем и на газ. Скорее всего. Но это, как обычно, не точно. Алексей сделал вот такую вот систему. Я не знаю, здесь асбест, какие-то нанотехнологии. Что тут вообще непонятно? Что тут вообще расскажи, что это такое? Я вот и хрен его знает, что это такое? Это ослиные какашки тут, плюс моча бизона. Ага. Ну и ткань. И ткань. Из шкуры медведя. Шкуры медведя. Угу. Ну, в общем, все серьезно, короче. Такие вот окошки. Чтоб не прозевать падение метеорита, да? Самолеты летать часто стали. Самолеты стали часто летать. Такая у нас с собой еда. Завтра будем делать шашлычок. Тоже все подсниму. Вообще настроение очень оптимистично. Неделю ждали, вообще максимально ждали неделю этой рыбалки. И вот, наконец-то, мы на этом озере. Ну, я не стал сегодня, конечно, снимать. Чуть-чуть забуксовали. Машина села на карданом, короче, на снег. На прилипла. Села на мель. Да, села на мель. Ну, ладно. Выехали кое-как. Спасибо местным людям тоже. Помогли. Сказали, что трактор вызвал, так что... Ну, попробуем пойти без помощи трактора. Помогли они нам только словом, да? Словом добрым. Ну, что там, Алексей? Что ты покажешь? Ну-ка. Тут горение. Тут идет горение. Ну, замечательно. Ну и слава богу. Ну что, Алексей, давай, короче, пойдем ставить жерлицы. Так, чуть позже переключусь на ночной водоемчик. Вроде тут все закинуто. Ну. Пойдем ставить жерлицы.
Минуту. Отпускай лесу. Сколько часов? 8 уже вечера. Не, пол восьмого. Пол восьмого. Так, пускай. Поставь. Да. Так, ну посмотрим. Да. Клюет сразу. Так, подсекай, что ты? Ну, тяни, тяни. Ушла, Лех. Сошла, да. Сошла, давай назад. Лунку, блин. Лесу в лунку. А вот она стоит под луночкой. Многие думают, что с жильцом проблема. А что делать, когда поздно приезжаешь? Ну вот. Берешь удочку и ловишь, да, Алексей? Так. Ну-ка. Уже сожрал уже. Поиграй немного. И поставь на поддон. Надо еще проверить, может быть, скушала. Ну, пусть стоит пару секунд. Клевала? Не. Попробуй так на мормушку. Поставь ничего настоящего, будет ловиться. Кажется, там ничего нету, наверное. Покажи мормушку. Может, и подсъела. Ну, тут да. Подсбила мотылька. Ну да, ладно, сейчас перенаживлюсь. Ножи уже тупые. Так. Сколько лед сантиметров? Ну, почти по бур. Так. Расскажи немного об этом месте. Почему ты ставишь жерлицу именно здесь? Ай, что-то какой-то черт дернул тут. Думаю, здесь поставлю. Посмотрим, что будет. Ставили в прошлый раз в другом. Там ничего не было. Да за два дня вообще одна поклевка только. Скажи, а что за такой бидончик? Что за история этого бидончика-то? Раньше молоко, наверное, в нем носили. А теперь живца. Здесь он сервис. Не помню. Фокуса, да? Помку сделал? Ну вот так вот ночью ставьте жерлицу, да? Класс. А вот она. Вот, Лёха. Обещали сегодня минус, но походу синоптики немного ошиблись, да? Да. Ну, примерно плюс 3, может быть. Так. Сколько ты оборотов в катушке делаешь? Ну, сейчас померим глубину. Ну, давай. Снасть какая-то хитрая. Ну, это не хитро уже в нынешнее время. Да? Сколько, как думаешь, сколько тут глубина? Ну, я думаю, что где-то 3-2 метра. Примерно так. Ух ты, блин, тупает. Нет, тут больше, чем 3. Больше? Чем 3-2 метра. Так. Дно? Угу.
два, три, четыре. Раз, два. Ну, где-то 3,5 метра. 3,5 метра. Ну, так это хорошая глубина. Кто будет зацеплять, Алексей? Ну, что сейчас пойдет? Маленькие протычки. О, густерка. Что такое за методика? Методика «наживи через жабру». Ну, твои эмоции. Как думаешь, сработает? Ну, будем надеяться. Ну, приятного аппетита, Алексей. Давай. Эх, завтра поймаем, да? Поймаем. Тут уже, может, сегодня уже там что сидит. Ну, проверим попозже, да? Ну, всем приятного аппетита. Будем кушать. В общем, всем доброе утро. Какое число сегодня? 27-го. 27 число. 27 января 24 года. Такой вот у нас импровизированный завтрак. Кофеек, запеканочка творожная с цукатами. Ариночка, спасибо тебе огромное. Очень вкусно. Едим с удовольствием. Ну, сейчас попьем кофеечку и пойдем проверять жерлицы. Вот. За окном небольшой морозик. Это радует. Ну, а что будет дальше, покажу в следующем кадре. В общем, берем наши саночки, топорик и пойдем проверять жерлица. Какая красотища. Ну что, первые жерлицы, твои ожидания. Ну-ка. Первая жерлица и что мы видим? Размотка. Ха. Ну-ка. Вот это да. Ну-ка попробуй, Алексей. Пошла? Давай, если пошла. Так, так, тяни. Сними. Ха-ха! Ну что, поздравляю. Ну, покажись. Леха, ну зачет. Ну, не сильно большая, но съедобная. Уже нормал. Отлично. Ладно, отцепляем, пойдем дальше смотреть. Пожал. Экспозицию управления невозможно. А. Здорово. Здорово. Так, подходим ко второй жерлице. Ух ты!
Ну-ка, подзамерзла. И что мы видим? Еще одна размотка. Да ладно. Ну-ка, дай-ка я попробую подтяну, подержи камеру. Что там? Держи. Да, моя очередь. Ну что? Ах, пустая. Пустая. Ну, пожевала рыбку немножко. Ладно. Да ты что? И, кстати, тоже мимо. Тоже побило, бросило. Ё-моё. Окунь, что ли, вроде, плотичка целая. Плотичка сдохла вроде. Ну, гадёха, же сам не заменить здесь. Ну-ка, вытягивай. А? Ну, вытягивай-то. Ну, так постоит, а вдруг клюнет. Давайте они. Смотри. А здесь клюнуло и натянуло. Тут должно быть. Должно нам повезти. Сейчас будут эти танцы с бубнами. За колом идти надо. Ох! Так. Ну, выходи. Выходи. Вот. Вот и вот так оно. Это и будет происходить. Запутано. Опа, пустая. Опять? Вот это прям клондайк какой-то. Ну-ка. Ну давай. Пошла. Не. Запутано. Ты же остался чуть-чуть, где-то здесь, может выйдет? О. Так, давай. Так. Есть. Слушай, ну ничего, это же покрупнее. Ну-ка. Опачки. Как-то, Саня, у меня кто-то более... Ну что, покажи, возьми в руки, ну нормальный уже щукарь. Ну вот, это, я понимаю, рыбалочка пошла-то, Алексей. Ну, хорошая щука. Да. Ну, это уже в районе килограмма. Да. Зачет. Давай, ну да. Эх, красота, ребята. Вот это да, попали на жор. Все жерлицы почти размотаны. Пока что не почти, а все. Да, ладно. Размотка. Да? Ух ты. Да ты что? Нет, не размотка. Подкинь немного. Сделал глубину. Ладно. Ну что? О, тут живой. Живчик живой? Да, дергается плотвичка. Ну, оставляй. Видишь, тут поклевок нету. Пойдем дальше. О, есть. Стой. Ха. И дергается. Давай. Ну что, будет на встрече? Ну? Не. Ничего себе, отфигачило леску. Фу. Заглотило. Крокодил был, Алексей?
Крокодил. Вот это да. Перекусила поводок вместе с ниткой. Вот. Чуть-чуть уперлась и... Ты сильно подсек и резко дернул. Нельзя подсекать. Не, она тогда, когда дернул-то еще мягенько была. Нельзя подсекать. Ну, она стояла. Сами. Есть? Я... Есть разводка. Держи. Да. Снимай. Ну да, держи. Есть размотка, это хорошо. Хо-хо-хо. А как сделать, чтобы она масштаб тут был? Масштаб? Вот кнопочка, что-то видишь? Меньше, да? Ну да, попробуй. Меньше, меньше, видишь? Да. А, тут дальше нельзя. Ну что? Есть. Крупная? Небольшая. Ну, не мелкая. А вообще? Слушай, да. А может и ничего такая щука? А не, небольшая. Ну-ка, ну, стандарт. По сути, стандартная хорошая щучка. Отлично. О, какой. Грамм 700. Ну, пойдет. Наш верный друг. Леха завел собаку себе на озере. Ну, ё-моё. Дома мало, решил на озере завести. Тоже мне придумал. Подожди. Да, держи. Ну, держи, держи, держи. Хопа. Я понимаю, что коты любят рыбу, но собаки. Вкусно тебе. Да что ты такое, а? Хитрая какая. Возьму. И опять нет. Очередной живец. Покажи. Живец. Ложи, ложи, поставим, кстати, его. Леха подлещика приманил. А чем ты прикармливал? Овсяная каша плюс две маслинки в нее положить. Так. Разогрета на маленьком огне в течение 2 часов. Также а если меньше 2 часов, тут не очень получится? Будет не та консистенция. Понятно. Но Павел Мартынович говорил, что 2 часа 5 минут не помешает. Лучше 5 минут лишние передержать, ну, правильно? Тоже передержка тоже большую роль играет. Понятно. Короче, подлещики подошли. Обалдеть. Может, на глубине закормиться? Может, мы тут леща будем ночью ловить? Не знаю, Леха, не знаю. Но все возможно. Ладно, вот такие вот фокусы. Что там? Тут у нас... Есть? По-моему, нету. Бросило, да? Бросило. Ну ладно, погрызло. Сильно пожевало, покажи. Ну да, есть тут немножко. Что, только поставили. Снова поклевочки идут. Ну-ка. Ох-ох-ох, замотало. Замотало-то как глубоко. Скрипит.
Походу надо будет Леху высверливать. Ну, включай, надо будет высверливать, скорее всего, запуталась. Щука там уже есть, должна быть. Снимай. Заканчиваю, потом будем пробовать высверливать. Есть. Ну, что я могу сказать? Это великолепно. Так, нормальная щучка. Повезло, не выбуривали, достали. Замечательно, четвертая. Клондайк продолжается. Ну-ка. У вас завело. Ух ты, есть что-то. Идет. Давай. Есть? Да, есть. Так. Ух ты. Ну. Вот это да, при пандемии. Ну, нормальные, стандартные. Сейчас не согласен. Какая, уже пятая, да? Ну. Пятая. Ха. А погода какая классная. Да, уже тут из четырех или из пяти. Из пяти две. Две уже есть. Ну да. Уже хорошо. Погнали. Фу. Ну что? Очередная размотка. Ох ты. Есть. Это может покрупнее, а может нет. Пока непонятно. Нет. Опа. Отлично. А что это за рыба? Это... Пайк. Так, да и в размере в хорошем. Смотри-ка. Раз. Тихо. И отцепили, считай. Опа. Ребята, это просто клондайк. Ну что? Ух ты, блядь. Нитка слабая. Нихуя себе. Тут даже... Ты сильно резко дернул. Да не резко, тут она чуть-чуть дернула. Она ушла. Ё-моё. Пошло. Очередная поклевочка. Ой, ну-ка. Зашла она, Леха, аж куда-то далеко. Надо будет высверливать, наверное. Я щука, я не знаю. Надо пробовать высверливать. Оставляем, наверное, на льду. Потом все-таки возьмем колышек, попробуем высверлить. Не будем же все обрывать. Подожди, дай слабину, может, сейчас пойдет. Подергай ее потихонечку. Нифига. Ну, бывает, потом проходит. Конкретно, Леха, уцепилась куда. Ой, все, оборвал я нитку. По карабину, не? Разогнул карабин. Ну. Короче, это лучшая рыбалка по клёву. Ну что? Ну, ничего нету. Нету? Бросила? Ну ладно. Так, вот свеч... Сидит, ну небольшая, наверное. А нет. Ого, смотри. Ха! Это да. Угу. Красота. Ух ты, ну все, ну как? Выйдет? Не выйдет? Идет пока? Идет, Леха, есть. Все, выйдет. Есть, щучка.
Есть. Ух ты. Ох, нормально. Ну, это же побольше. Два пицуня. Хорошая щучка-то. Отлично. Ай, красота. Ребята, еще одна размотка. Ну что? Что-то есть. Опа. Какая черненькая. Еще одна щучка. Небольшая такая. Небольшая. А можно отпустить ее? Ну, такую можно отпустить. Посмотри, что, как она заела. Вроде не. Открой пасть, посмотри. Давай отпустим. Если получится, давай отпустим. Красивая щучка. Хотелось бы отпустить ее, конечно. Ну, в принципе, можно и снять. Снять можно. Отпустим. Ладно, давай выключай камеру. Держи, попробуй. Держи онлайн. Возьми. Попробуй отпустить на камеру, возьми. Блин, у меня руки уже слизь. Ну, помой. Слизистые. Возьми. Идем. Наш лагерь. Лежим прицеплять. Да, Леха, мы ее отпустим. Аккуратненько. Смотри. Снимаешь? Да. Ее запись. Дайте клумочку. Я ее вообще не повредил. Такая полкилошечка. Пока. Хоп. Очередная поклевочка, подсними. Отсюда видно хорошо. Видно? Угу. Ну что? Ну, Леха бросила. К сожалению, пустая. Как живца поела. Ну ладно. Бывает. Ну что там? Есть. Есть? Небольшая, но есть. А нет, ушла. Нет. Ну ладно. Клевочка на флажок. Разматывает. И? Ну, сейчас поплывем. Ну, давай еще чуть-чуть. Надо было уже сечь. Было подсекать. Может. Может и бросила. Ну попробую, сейчас буду сечь. Ждал движения, два раза мотала, видел? Два раза щука мотала. Ну, если сейчас будет крутить, буду подсекать. Могла и броситься. Нет, так. Сейчас пойду. Есть? Да. Подсек. Снимаешь? Да. Идет. Небольшая, но есть. Ай, Леха, давай отпустим ее. Какая маленькая щука. Она цепится, она. Ты знаешь. Ну попробую. Маленькая. Попробуем отцепить. Ребята, поклевочка. Уже сумерки. Ну-ка. Что-то, смотри, Леха, наверное, подкинула. Лесу-то. Видишь? Смотри, будет крутить, не будет. Не тянем. Или бросила. Ну что, сейчас подожди, будет мотать, потянешь. Пока не мотает. Давай подождем.
бросится. Могла, конечно, и броситься. Но видишь, куда затянула ее вообще? Не затянула, то резко пошла. Дернула так резко. Ага. Может, стоит. Что, попробуем? Не-не-не. Хотя могла уже и броситься. Давай, пробуем. Пробуй, давай. Ну, если будет тяжесть, подсекай. Нет? Бросила. Ладно. Ночная проверка. Кажется, есть поклевка. Покажи. Ну-ка. Почисти. Вот отсюда. Видно. Да. Ну давай, пробуй. Ну что? Камышак сидит. Потихонечку идет. Идет, пьется. Да. Пьется, есть рыбка? Да. Все, пошла, чувствительно. Да? Ну-ка. Ух ты, бляха. Хо-хо-хо-хо, не спеши. Ух ты, бляха. Без мата. Без мата. Бляха, давай, давай. Ох-хо-хо. Хорошая щучка. Ну, вот вечерняя. Скажи, подыми-ка, ну. Леха, что скажешь? Ну, вот это уже получше результат, чем был. Ха, ребята. Ой, красота. Наверное, лучшая рыбалка, да, Леха? В этом сезоне. По щуке. Столько поклевок, адреналина, эмоций. Ох, да. Что тут сказать-то? Ну, всем желаю таких рыбалок, ребята. О, еще даже жилец живой. Ребята, поклевка. Ну, что тут? Мотало. Мотало? Угу. Что, пробуем? Подтяни, попробуй. Есть? Есть? Идет? Есть. Есть рыба? Да. Бьется? Пока не бьется, но что-то как-то непонятное. А, через травину что идет. Ага. А, может и нету. Не, нет, Сань. Понятно. Бросила. Пошли вторую посмотрим сразу быстренько. Оставь. Пошли под запись. Пошли. Пойдем. Сейчас подойдем. Пошли-ка вторую. Видишь, мотает щучка. Удивительно. Ух ты, а ух это ты, пустая. Пустая, давай. Давай, Леха. Пиши. Ну что? Е. Может, багор надо? Не, что-то идет, но походу тут зацепочки. Подтягивай, подтягивай. Пошла, пошла. Есть. Давай, давай, давай. Есть рыбка? Идет кто-нибудь? Тоже ушла? Да что ты будешь делать? Ладно. О! Нифига себе. Леха, 5 минут назад ставили, да? Да. Прикол. Ох. Дай оценку сегодняшней рыбалки. Ну, пока что 10 плюс. 10 плюс, шикарно. Да. Ребята, кулинарная пауза. Какие уголечки. Леха, что это за мясо? Расскажи мне. Ну, ты сам рассказывай, ты же готовил. А, ну тогда. Это мясо молодого бизона. Что скажешь? Скажи. О, неплохо.
Надо, мне кажется, снежка даже подбросить на угольки-то. Ну, подожди. Будет гореть, Леха. Как оцениваешь кусочки? Ну, чё. Размер подходящий? Да. Там костерок пробуем распалить. Наша палатка. Ну, еще пока костерочек плохо разгорается. Но попозже покажу, какой он будет. Думаю, неплохо. Печка же затрещала там. Все, да пошла. А? Снимай. Ребята, доброе утро. Погода сменилась на морозик. Компания та же. Ложочки. Что тут видно? Оп. Размотки. Ну что, вот поклевочка. Оп. Так. Запутала. Подергай. Потихонечку идет. Идет. Угу. Как бы и осталось, не так много, запрятано. Вышло, ничего нет, и пустая, прикинь. Вот так вот. Вот такой вот подъязок. Это уголь. Ух, не мелкий. Фу, короче, подошла наша рыбалка к концу. Вот что осталось после того, как мы сматываемся. Сегодня погода поменялась. И в итоге сегодня были поклевки, но ни одной щуки мы так сегодня не словили. А так, результат рыбалки, считаю, более чем отличный. По итогу, 9 щучек, такие вот все щуки, нормальные. 9 щучек, адреналина моря. А сегодня, может, было 6 поклевок и ни одной. Ну и бог с ним, считаю, в принципе, рыбалка замечательная. Складываем наш лагерь, как обычно. И будем двигаться уже домой. 2 дня пролетело просто незаметно. По итогу остается такая вот чистота. На будущее заготовлены дрова под елочкой. Там лежит рожек, сухостойчик. Вот. Ну а в целом, всех вам благ, здоровья, всех наступившим Новым годом, всем огромных трофеев и мирного неба над землей, над головой-то. А ты, Алексей, что-нибудь хочешь сказать по поводу рыбалки? Все, ладно, сам заканчиваю.
Ну вот постоянно ты негатив заканчиваешь, хоть бы раз поддержал бы диалог. Ну я не люблю нас снимать. Не любишь, а надо. Такая вот погода.